Кемпер на базе нового Ларгуса, он уже существует. Такой автомобиль есть. Стоит он от 1 750 000 рублей и называется Dacia Docker Camper. Для путешествий не нужно много денег, а приобретенный кемпер может использоваться как автомобиль на каждый день и не простаивать на парковке в ожидании отпуска хозяина. В России есть немало недорогих кемперов, но с выходом нового Lada Largus их количество способно увеличиться за счет вот такой вот модели. Это Dacia Docker была доработана испанским производителем оборудования для кемперов Camperitz. Салон автомобиля оснастили ящиками для хранения и кухонными принадлежностями. Также есть плита, раковина и 25-литровый запас чистой воды. В этом небольшом кемпере имеется даже туалет, пусть и переносной, а также холодильник объемом 30 литров. Над выдвижными ящиками расположена двухспальная кровать, а на крыше машины можно установить палатку со складной лестницей. Мерзнуть во время ночевок не придется, так как салон оснащен автономным отопителем. Жарко тоже не будет, есть кондиционер и солнцезащитные шторки на окнах. Dacia Docker невелик, но в этом кемпере есть почти все, что мы привыкли видеть в автодомах побольше и подороже. При этом цена кемпера от испанской компании составляет 19 995 евро или 1,75 миллиона рублей. В планах АвтоВАЗа было создание минивэна на базе докера Lada Van, который бы заменил Largus. Позже планы завода поменялись, о чем заявили в пресс-службе, и, возможно, поменяются снова в процессе совместной работы с компанией Dacia. Свой кемпер готовит и у вас, разрабатывая версию дома на колесах с высокой крышей. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новости из Автомира.